Привет, друзья! С вами канал ДТВ. Мы продолжаем документальный фильм «Москва» называется. Как я вам обещал, мы идем в парк Коломенское. Находится вон метро Коломенское. Значит, выход к кинотеатру «Орбита». К сожалению, вот он перед вами, кинотеатр. Он сейчас реконструируется, как они написали. Но он, скорее всего, не реконструируется, а заново строится. Итак, мы сейчас подойдем поближе и продолжим. Здесь точный адрес: Андропова, проспект, дом 39. Проспект Андропова, дом 39. Запишите себе. Город Москва. Смотрите, как ухоженно все стало. Вообще прекрасно. И это одно из моих любимых мест. Сейчас мы дальше пройдем. Там будут дома Петра Первого. Я вам обязательно покажу их, конечно, если их отсюда не перенесли. Так, это Спасские задние ворота 1673 года. Заходим внутрь. Ну, понять. Гулять. Подписывайтесь на канал ДТВ, помните об этом.
Мы стараемся для вас только самое лучшее на нашем канале. Смотрите также первую часть документального фильма «Москва». Вот такие хлебные кормовые дворцы здесь были. Давайте-ка мы посмотрим, что тут у нас написано. Все уже грязные. Обожаю это место. Просто здесь надо вот уходить сразу часа на 2-3. Ну, к сожалению, у нас столько времени нет. Мы мимо проездом здесь. Но максимально возможно я вам все покажу. Ветер есть, но теплый ветер. Прям свежо, свежо. Красивая осень. Напоминаю, мы в парке Коломенское, музей-заповедник. С вами канал ДТВ. Не забывайте подписываться. Ну а вот домик спереди. Как вы думаете, чей он, этот домик? Давайте я вам поближе сниму. Пожалуйста, в комментарии, кто успел первый узнать, чей это домик, напишите мне. Особенно питерцы. Специально для Санкт-Петербурга. В Москве, в Коломенском. Снимают данную рубрику. Многие не знают, что Петр Первый родился в Москве.
такие были низкие. Пишите, кто знает, почему проем дверной такой низкий. Я вам отвечу, для чего. Для того, чтобы к Петру Первому приходили и не забывали поклоняться при входе. Потому что если царю не поклониться было раньше, за это убивали, вешали подчиненных. Но чтобы их не вешали, сделали специально проем низкий. Хотя Петр Первый, знаете, почти 2 метра был ростом. Какой известный фильм снимали, это я вам не скажу. Напишите мне, что за фильм здесь снимали. Так. Сейчас мы найдем туда.
напишите, пожалуйста, свое мнение, как вам здесь, в Коломенском. Вот, я думаю, что вам понравилось видео. Мы продолжаем и идем дальше. Смотрите нас, подписывайтесь. Прогулочные здесь дорожки в парке. Люди отдыхают, гуляют. И вам рекомендую также приехать сюда и погулять здесь. Не сидите дома. Езжайте в Москву. Здесь вас никто по наехами называть не будет. Как это происходит в Краснодарском крае. Приглашаю вас, приезжайте. Смотрите, как красиво. Не забывайте подписываться на канал ДТВ. На этом мы с вами заканчиваем нашу рубрику. Вот, спасибо за просмотр, комментарии. Конечно, здесь можно снимать и снимать. Если вам туда дальше идти, там есть родник. О нем мало кто знает. Вот, я в свое время в детстве здесь все облазил. Но здесь надо, конечно, гулять часа 3-4. И не факт, что вы все обойдете. Всем пока. Пока-пока. Thank you.